Играли сегодня с командой Johnson & Johnson. Соперник очень даже интересный. Наверное, пропустили первый необязательный гол там вследствие рикошета, после чего игра пошла достаточно так рвано, то есть с преимуществом нашим, с преимуществом соперника. Мы пытались немножечко ускорить игру, начали ошибаться, пропустили второй мяч, необязательный третий. Но минут, наверное, так за 8 как-то мы подсобрали, совсем интересно стало, более сильно. Внесли некоторые коррективы в игру, стали более агрессивно играть. Забили 2 мяча. Могли ли мы забить третий? Ну, наверное. У нас был пенальти, но сыграл хорошо вратарь. Поэтому в целом, ну, наверное, на ничью мы не наиграли. На поражение, ну да, скорее всего, мы были в этой игре немножечко слабее, чем соперник. А как вы думаете, чего не хватило нашей команде? Нам не хватило, конечно, глубины скамейки, как все скажут. У нас было всего 2 человека на замене, и все-таки поддерживать игру в одном темпе будет тяжело, когда есть 2 человека. Тем более, если, к сожалению, они неравнозначны. А в целом мы могли бы даже таким составом сыграть на ничью. Я думаю, для обеих команд это был приемлемый результат. А как будете готовиться к следующей игре? Отдыхать. Будем отдыхать, но посмотрим.